Компания «Элси», новгородский передовик электронной промышленности, поддержала учеников первой университетской гимназии в их стремлении изучать и конструировать роботов. Представители «Элси» побывали на открытом уроке технологии, и пришли они не с пустыми руками. Вот уже 5 лет в первой университетской гимназии Великого Новгорода уроки технологии проходят не как у всех. Здесь мальчишки не получают навыки, например, привычного столярного дела, а учатся создавать искусственный интеллект. Новые федеральные стандарты. Мы должны были на них перейти, и из-за этого технология должна была преподаваться обязательно, начиная с 5 класса. И мы задались целью, что же преподавать детям, особенно мальчикам, на уроках технологии. Из-за этого посмотрели опыт в стране, посмотрели, что предлагают другие, и оказалось, что очень хорошая и прогрессивная технология – это робототехника. На первый взгляд, непростая дисциплина построена так, что вначале ребята с нуля осваивают азы конструкторского мастерства и программирования, а уже к 7 классу переходят на новый этап, постигают более сложные механизмы и программы. Серьезный подход к получению знаний имеет свои результаты. Ученики участвуют и занимают призовые места в городских и межрегиональных конкурсах. Причем зачастую гимназию на них представляют не только юноши. К технологиям будущего здесь тянутся и девушки. Я со своей напарницей Марией не сразу начали заниматься робототехникой, как наши мальчики. Мы совершенно случайно зашли в 5 классе в кабинет робототехники и увидели, чем занимаются мальчики. Это нас заинтересовало, и мы решили попробовать свои силы. И уже спустя некоторое время мы представляли своего личного робота Эсперанза в наших городских соревнованиях в номинации «Лабиринт». Мы заняли 2 место и прошли в следующий этап соревнований, которые уже проходили в городе Санкт-Петербург. Такое рвение и успехи в изучении робототехники не остаются незамеченными. Пристальное внимание и поддержку юным инженерам оказывают предприятия Великого Новгорода. К примеру, закрытое акционерное общество «Элси», которое занимается проектированием и производством оптико-электронных приборов и систем. Кто-то из вас станет военным, кто-то врачом, кто-то педагогом, а мы ждем инженеров. Потому предлагаю вам внимательно изучать информатику, робототехнику, физику, математику. У вас все впереди. Вы наше будущее. И всех вас мы призываем учиться, получать знания, развиваться. Представитель компании рассказал гимназистам о работе предприятия и пригласил их на экскурсию. Кроме того, решив внести вклад в становление новых талантливых инженеров, ЗАО «Элси» сделала подарок гимназии – наборы для создания роботов. Максим Широковских, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение.